У Сєвєродонецьку демонтують аварійні піддашки. Застарілі бетонні конструкції, за словами директора підприємства «Світанок» Дмитра Погорєлова, замінять пластиковими. Наразі виявлено 5 аварійних конструкцій. Зокрема, в 4-му під'їзді будинку 74А на вулиці Гагаріна поруч дитячий майданчик, тут грають діти. Місцевий житель Віктор Кондратов каже, у вівторок від піддашку відпав великий шматок бетону. Мало того, что вверху крыша, она и внизу повыгнивали. Видите, там попытались приварить. Они просто отгнили. Ну, короче, это уже у нас в стране были случаи, когда это падало. На этом доме падало, на первом. В первом подъезде, слава богу, никого не убило. Просто упало так удачно, что никто не пострадал. Следующий, вот этот, наверное, подъезд, когда упадет. Если сегодня-завтра не уберут, то это будет очень скоро. На сегодняшний день у нас, значит, космонавта 8А, козырек, который подлежит демонтажу, гвардейский 49А2 и Гагарина 74А, 4 подъезд. Сегодня проводятся подготовительные работы по обрезке деревьев, чтобы они не мешали для демонтажа, и на завтра запланировано демонтаж. Ну и попутно, естественно, готовятся новые козырьки, облегченный вариант. Наразі демонтували 2 піддашки в будинку 49А на проспекті Гвардійській. За словами Дмитра Погорєлова, чекають на матеріал для заміни.